Лиза Боярская о раке. Болезнь стремительно прогрессирует. Елизавета Боярская откровенно рассказала о страшном недуге в социальной сети. Популярная актриса обратилась за помощью к подписчикам. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Елизавета Боярская опубликовала фотографию актрисы Татьяны Сайко. 37-летняя артистка окончила театральное училище, снималась в кино и играла в спектаклях. Но несколько лет назад серьезно заболела. Врачи диагностировали у нее рак. В ноябре 2014 года, согласно результатам повторной биопсии, была диагностирована плоскоклеточная карцинома. 3 года лечения в России не дали положительных результатов, сообщила Елизавета Боярская, которая обратилась за помощью к своим многочисленным подписчикам. По словам актрисы, Татьяна Сайко прошла все эти этапы классического лечения. Это лучшая терапия до операции. Собственно, операция, затем лучшая терапия и 8 курсов химиотерапии. Данный курс лечения не дал положительных результатов. Болезнь стремительно прогрессирует, объявила Боярская. Тем не менее, как отметила Елизавета, у Татьяны есть шанс на спасение, и находится он в Израиле. Отметим, что несмотря на страшную болезнь, Татьяна Сайко не падает духом. Она активно ведет страницы в разных социальных сетях, общается с подписчиками и даже поддерживает тех людей, у которых диагностировали то же заболевание, что у нее –